для того, чтобы сделать такое дерево, нам необходима вот такая картонка, ткань. Ткань я взяла желтого цвета для того, чтобы вышивать. Или можно взять ткань типа мешковины. Рамочка, в которую мы будем вставлять потом эту картину. Монеты. Нужно будет обезжирить спиртом и почистить для того, чтобы они блестели при помощи вот такого чистящего средства. Карандаш, кисточки, краски акриловые, клеевой пистолет. Для начала мы наклеим, нанесем клей ПВА на картоночку и приклеим ткань. Носим, хорошо размазываем. Вот так оставляя где-то по 2 сантиметра вокруг, хорошо приклеиваем. Хорошо разглаживаем. И приклеиваем с обратной стороны. Уголочки хорошо закрепляем. Вот так. Пока клей подсыхает, каждую монету до блеска с лицевой стороны, с той стороны, где будет видно, хорошо натираем до блеска. Специальным средством для металла. И с обратной стороны протираем спиртом для того, чтобы она хорошо клеилась. Так проделываем с каждой монеткой. После того, как высохла, подсох клей, я сняла вот эти вот зажимы и сейчас нарисую карандашом эскиз дерева, который мы будем делать. Ну, где-то так посоветовавшись, мы решили, что должны быть вот так где-то корни в этой части. Вот так, ну, по центру дерева. Где-то ствол вот так у нас пойдет. А здесь пойдут ветки. В денежного дерева ветки должны тянуться вверх, желательно. Поэтому мы их так и сделаем сюда вверх. Вверх немножко в стороны. Ну, посмотрим, как получится. Так, ствол и ветки будем выполнять клеевым пистолетом. Наносим клей на ткань.
Так, можно вот здесь веточку сделать, вот так. Так, по мере нагревания только этого, как он называется, стержня, да? Пистолета, да. Можно проводить эти линии, которые будут у нас имитировать и ветки, и кору. Когда клей разогрелся, дальше продолжаю наносить его на ткань. При помощи клея можно сделать немножко потолще. Сам ствол. Дальше проводим потолще, делаем и сами ветки. Особенно в начале вот так. Так, здесь корни. В самом стволе там не только идут вертикальные такие, но немножко и горизонтальные, поэтому я немного сдвигаю, это не страшно, это наоборот будет даже хорошо. Красиво. Все вот эти пространство надо, конечно, заполнить, потому что все это мы еще будем закрашивать. Поэтому, если это дерево, ствол будет немножко выпуклым, это будет даже хорошо. Но здесь не до конца, потому что тут еще будет рамка. Надо давать время, чтобы клей нагревался, потому что если он хорошо не расплавлен, то остается немножко, это все уйдет. Перед тем, как клеить монеты,
и вообще раскрашивать это все, мы решили поставить все в рамку, для того, чтобы видно было границы. И сейчас вот так заканчиваем. Немножко имитируем такую неровность коры. Ну, то есть это при помощи клея можно сделать любую кору, любые ветки. Это очень быстро и удобно. Рельефно. Да, рельефно. Видите, мы сделали выпукло. Немножко кору. Можно еще немножечко нанести такими чуть-чуть неровностями. После покраски это будет... Здесь ветку. Для того, чтобы покрасить, я беру краску акриловую 3-4 цветов. Белую, желтую, зеленую и коричневую. И сейчас развела немножко такой цвет желтый, белый и коричневый. И хочу начать с корня, вот там, где поглубже, прокрасить сначала. Я так думаю, что на все-таки темном, не на белом фоне, и дерево не должно быть сильно темным. В том же числе и корень, который немножечко выступает из-под. Вот так. Снизу с земли. Ну, мы смотрим на свои живые растения, деревья. Они имеют такой светло, даже немножко желтовато-зеленый цвет. Поэтому закрашиваю пока вот так внутри. Сейчас сделаю краску. Там видно? Да. Надо добавляю чуть-чуть зеленой. Сильно не размешиваю. Пусть она будет такая непонятного такого немножко цвета. Да? Такой. Туда. Ствол получился таким выпуклым, рельефным. Потом сверху, когда эта краска немножко подсохнет, будем наносить следующий слой. Как и в обычном дереве, не все ветки могут быть одинакового цвета. Немножко. Добавим желтой краски. Вот этот блеск, который остается от клея клеевого пистолета, я его хочу даже оставить. Немножко закрашиваю, потом еще будут наклеены монеты, которые периодически можно и чистить на месте, и можно даже добавить еще какую-то монетку, доклеить. Поэтому сами монеты я оставлю нетронутыми, не закрашенными. Это у нас будет веселое такое дерево, которое будет приносить улыбку, здоровье, счастье в наш дом, денежный поток, денежки, которые будут стучаться к нам в дом, мы будем им с радостью открывать двери. И не только деревья, которые есть и у нас, и у вас, притягивать будут это благополучие, но и такая картина, которые вы можете сделать, вот как я, своими руками. Оно тоже
будет в какой-то степени радовать глаз, поднимать настроение. Многие сейчас верят в такие амулеты. Ну, почему бы и нет? Ведь наши мысли, желания, все это притягивается к нам. Много зеленого. То, что мы думаем. Коричневого да. Нет. Так, добавляю коричневый. И тут можно, да? Ну да. Добавляю. Если вы такой же художник, как и я, здесь можно на этой картине, на этом застывшем уже клее, можно несколько слоев нанести то, что вам можно исправить, то, что вам вот в данную секунду хочется, потом вы можете опять сверху нанести второй слой, какие-то просто точечки поставить или же какие-то вот такие движения, как я, одной краской, другой краской. Оно будет, по-моему, интересно. Можно кисточкой потоньше. Так, где-то беленький вот цвет проявился. Завершаю красить эту картину, оставляю, пусть все подсыхает. И дальше осталось последнее, это наклеить монеты. Когда это все подсохло, краска высохла, вот посмотрите, как получается, немножко блестит, но я хочу еще вскрыть лаком. У меня можно взять акриловый лак. У меня лак мне подарили корабельный, говорят. И я вот так немножечко нанесу такими вот небольшими штрихами, чтобы оно блестело. Дело в том, что это дерево, оно и так блестит. Я уже говорила, потому что проступают вот эти прозрачный белый клей, и оно уже имеет такие блестки. Вот так немножко еще нанесу. Это и не обязательно лак. Я не видела, что кто-то так делал. Поэтому учиться я ни у кого не училась. Просто я когда-то делала дерево, денежное дерево с бисера. И там тоже ствол покрывала лаком. Вот так и все. Сейчас осталось приклеить монеты. Итак, я распределила монеты. И сейчас их буду вот так клеить. Приклеивать. В те места, которые я разложила. И при помощи клея они быстро прихватываются, приклеиваются, блестят. Они начищены. Естественно, я эту картину в рамку, под стекло ставить не буду. Оно так и будет естественным образом. Вот у меня 10, по-моему, Сентау с Аргентины. А в основном я приклеиваю
решила приклеить монеты достоинством 50 копеек, наши украинские. Ну, говорят так, что должна быть цифра 5. Картина небольшая, поэтому клеить по 5 копеек почему-то передумала. Они намного больше. Так. И я посчитала, что в такой гамме золотистого, такого вот желтого цвета, они будут смотреться лучше. Ну, а вы, если захотите повторить мой подвиг, захотите повторить такую же, сделать картину или наподобие такой, можете выбирать себе монеты, естественно, любого достоинства. Лишь бы это радовало ваш глаз, вам было приятно. Вы видите, что можно сделать такую картину своими руками. Причем очень быстро. Немножко неровно лежит. Так, здесь приклеено. Если вам понравилось это видео, повторяйте за мной. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, делитесь с друзьями. Сейчас у нас на Украине зима наступает, так что как раз можно такую картину и любое другое что-то своими руками делать. Так, положу несколько монет сюда, как бы к корню. Вложу монеты английские. Пусть это дерево приносит не только национальную валюту, но и другого достоинства. Вот так. Картина закончена. Вот такая она получилась. Вся блестит. В меру объемная. Так, где-то монета еще не приклеилась. Не, я ее просто не клеила. Все, творите своими руками. Это очень приятно. Всего вам доброго и до следующих видео.